26 декабря в Омске и Новосибирске состоялся запуск часов обратного отсчета первенства мира по хоккею 2023. До крупного спортивного соревнования остается год. В Омске главные события происходили на Соборной площади. Кнопку запуска часов, стилизованных под хоккейную площадку, нажали губернатор Омской области Александр Бурков и известные российские хоккеисты Евгений Шастин и Игорь Тузик. Нам осталось 365 дней для того, чтобы задать высокую планку для тех организаторов, кто в дальнейшем будет принимать такой чемпионат мира. И, конечно же, создать все условия для проведения праздника хоккея, чтобы он навсегда запомнился и игрокам, и болельщикам всего мира. Я поздравляю вас с началом отсчета до нового чемпионата мира 2022-2023 годов. Старт отсчета отметили большим спортивным праздником. Волонтеры предстоящего первенства представили флешмоб 365. Мы принимаем участие и хотим призвать всех, да, следить за событиями такого большого мероприятия в нашей стране. Войти в ритм праздника помогла серия активностей в сибирском духе. Все желающие могли потренировать меткость в бросковой зоне, поучаствовать в эстафете по ведению мяча и конкурсе по метанию валенков. Сегодня воскресенье, потому что сегодня солнечно, потому что это у нас в центре города, это собирает команды. Посмотреть, это всегда интересно. Город Омск развивается, все мероприятия меня очень привлекают. Классная спортивная площадка, мне понравилось все. И я забил много голов. Самые яркие эмоции кипели в турнире по хоккею в валенках. Состязались 15 коллективов, победила команда «Медведи».